Почему так много таблеток под плоскую отвертку и так мало под крестовую? Кто оскорбил аскорбиновую кислоту? Можно ли накачать пресс кашлем? Как открыть коробку от лекарств не с той стороны, где инструкция? Может ли пластический хирург сам выбрать пол своего ребенка? Как определяют смертельную дозу лекарства? Почему стоматологу во время секса не помогает ассистент? Почему жизнь – это не заболевание? Она ведь тоже передается половым путем. Почему на открытии роддома торжественно не перерезают пуповину? Можно ли гинекологу предложить на ужин вареники? Почему у врачей непонятный почерк? И как его, блядь, разбирают в аптеке? Давайте разбираться в комментариях. Всем привет, ребята, это новый выпуск. Ничего себе, но он будет непростой. Вы же обратили внимание, что все вопросы «почему» до этого были на тему медицины? Потому что сегодня мы совместно с аптекой Здрав Сити придумали классную викторину. Я буду подходить к людям, задавать им названия непонятных лекарств, и люди должны догадаться, от чего они, для чего они, что лечат. Те, кто будет участвовать, мы будем дарить классные витаминки. Те, кто угадает правильно, мы подарим электрическую зубную щетку. Давайте начинать, очень холодно, поехали. Я вам задам название существующих реальных лекарств. Вы должны будете догадаться, с чем хотя бы приблизительно это может быть связано. Ну от чего, хотя бы с какой частью тела. Если угадываете, получаете приз. Не билет. Не билет. Не билет, есть такое реальное название. Не знаю, мне кажется, что-то связанное от головы. Ой, для головы, то есть. Для головы. Да, так, что ну, от головной блин, боли. Близко, ну. От живота, чтоб не тошнило. От повышенного давления. Ну, блин, с головой что-то почти было связано. А, бодяга. Я дам подсказку, это порошок. Чего-то связано с животом, что когда болит. Короче, от воспаления при синяках, ушибах и растяжениях. Метровагин. Метровагин, хорошо. Я так, чтобы вы точно угадали. А ты? Я не врач, это ты. Она врач? Нет. Я биологию просто сдавать. Биологию будешь сдавать? Да. Блин, как будто бы подсказка есть в названии. Метровагин. Что-то с венами или... Подсказка в названии. Метро, ну не метро, ловишь. Вагин. Вагин. Скорее, наверное, где-то там подсказка. Что-то связано с органами. Ну да, да. Половыми. С какими? Какие половыми? Да, это, короче, противомикробные свечи. Ура. Три вагинальные. Тебе вот витаминчики. Кстати, прикольная тема, кстати, сейчас очень нужны. А тебе классная зубная щетка. Ой, спасибо. Все, спасибо вам. Все, сдай биологию нормально только. Спасибо. Дай в обед. Как думаешь, что это за лекарство? Ну, от чего хотя примерно? От живота, наверное, как-то. Так, как ты думаешь? Тоже. Не, неправильно. Короче, лечение кожи. Не курилы. Как-то для легких. Ну, то же самое. Ну, как будто подсказка есть в самом названии. Ну, вот, наверное, какие-то таблетки от легких что-то помогает. Ну, не курилы. От курения. Правильно, конечно, от курения. Трава, пресс. Какой-то травяной замес, наверное, да? Замес? Ну да. Ну для чего, как думаешь? Для чего нужен? Трава, пресс. От головы. Глазные капли. Да. Но вы молодцы, мы в любом случае вам вручаем подарки. Себе, короче, витаминки на халяву. Вот. Спасибо. А тебе классная зубная щетка. Бензил-бензоат. Вот такое есть название. Как думаете, с чем это может быть? Хотя бы приблизительно, с каким органом, с какой частью? Кишечник. Мазь, короче, от чесотки. Я на вас в ТикТоке подписываю. Да? Мне кажется, да. Серьезно? Как вас зовут? Руслан, я Русдат. Щак, там вопросы. Блин, сейчас. Ты сейчас у меня на два подарка, да, сейчас раскачиваешь? Я вас знаю. Подписан? Да. Меняем, давай другие лекарства вам. Какие знаете лекарства? Бронгексин, Берлинхимин. Так, что еще знаешь? Давай. Активированный уголь. Активированный уголь, еще что-нибудь. Эспумизан. Все, итак, у нас викторина, ребят, не поверите. Бронгексин с чем может быть связан? С кашлем, от кашля. Молодец, правильно. Активированный уголь. От расстройств всяких, кишечника, от тошноты, от поноса. Так, и эспумизан, может быть, что-то от знает. От кишечника. Тоже от кишечника? Да. Блин, что тебе с кишечником, да, у тебя? Потом? Нет. Ты такой чистый. Я рекламу потерял. Правильно, молодец, все угадал. Ничего себе, вот это да. Подарки вам нужны. Давайте, пока я достаю подарок, просто машите на камеру так, бесконечно. Пока я не достану. Машите, смотрите, я слежу за вами. Все, я сбегал в аптеку. Здравствуйте, благо она прям рядом, как всегда. Тебе витаминчики выпьешь. Спасибо. Тебе зубную щетку. Спасибо. Кайфовую. Динамика лонг.
А это вообще не лекарство, я думаю, да? Это как какой-то подвох. Динамика лонг? Да. Да нет, это какой-то прогон. Не, реально название есть такое. Да, что-то быстрое там, что-то принять и понеслась, да? Ну вот, ну и что это? Где надо принял и быстренько все погнал. На туалете. Для мозгов. Ну, на туалете тоже можно. Можно на кухне, можно в спальнике. А, лонг, лонг. Я понял, что-то длинное, и это надолго, да, это, наверное, для повышения чего? Потенции, правильно? Это звук был, что вы правильно ответили. Джесс. Что такое джесс? Джесс. Что там по-английски? Ну, кстати, если есть дама у вас, вы могли знать про это. У меня только развратные какие-то мысли в голову приходят. Это, кстати, практически логика правильная. Вот ты принял динамика лонг, потом что-то сделал, и чтобы она не забеременела. А, противозачаточная что-то? Получается, я уже сам за вас ответил. Бензил, бензоат. Что-то для роста. Почему? Карьерного. Помазал такой, хоп, все, и директором стал. Короче, до чесотки. Витамин. Упс. Вот так у нас тоже бывает. Это так не любят, походу, ютуберы. Жестко. Классная зубная щетка. Вау, она электрическая? Блин, не знаю. Уважуху, спасибо. Спасибо вам большое. Вы не пользуетесь динамика лонг? Нет, конечно. Пока сами получаете. Мы молодые еще, да. Я думаю, мне можно. Это мой ребенок, я его отец, да. А, серьезно? Я думал, вы его сын, честно говоря. Вы лучше выглядите, чем сын. Я понял. Папазол. Слышали такое? Да, вот слышала. От чего оно помогает? От температуры. От давления. От давления помогает, а, да. Папазол. Чайное дерево. Может быть, при боли в суставах, а может быть, при выпадении волос. От аллергии. Аллергия. Помогает. Аллергия. Бодяга. Бодяга, я знаю, помогает от синяков. Абсолютно правильный ответ. Ну, можете подарки не давать. Нет, а мы дадим. Зубная щетка. Ага. Я думаю, всегда пригодится нужная вещь. Спасибо. И витаминки тоже вам дадим. Бодяга. Ну, это, я думаю, от похмельных синдромов, еще чего. Нет, это от воспаления, от синяков и ушибов. Травопресс. Реально название, не шучу. Нет, не знаю. Хотя бы вот оно на лице. Ну, может быть, для морщин разглаживает. Для глаз, блин, капли в глаза. Не орал. Тоже не могу сказать. Ну, все, ну, примерно хотя бы. Нет. Скажите, иммунодепрессант, и как будто вы угадали. Не, не буду говорить, все, спасибо. Приз, можно приз вам дать? Витаминки, витаминки. Зубную щетку еще вам. Да просто. Вы же правильно ответили на три вопроса? Нет, неправильно. Да правильно надо сказать, правильно. Все, хорошего дня. Знаете, сколько людей? Вообще никто не улыбается. Вы улыбаетесь. А, не улыбаюсь? В чем секрет? Не, ну как, надо всегда на позитиве быть. Ну как вы остаетесь на позитиве? Нет, а нормально все, конечно. Нормально все нужно на позитиве, чтобы все... Да, это у вас что, передача или как? Да, да, мы снимаем на ютубчик. И это что, сейчас в ютубе я буду... Все. Привет всем, все, привет всем. Добра и, добра все. И мира. Все, люди. Блогер. Через и, типа, блогер. Можешь блогер? Угу. С животом. Неправильно, это аллергия. У меня у самой аллергия, пользуюсь зодоком. Бенгей. Интересное название. Да. Есть у такие друзья? Да. Которые пользуются, я имею в виду. Да, этим. Пользуются. Я не помню, помню разогревающее, когда там мышцы повреждены. Правильно, молодец, от боли в суставах, позвоночник, видишь, правильно ответила. Смотри, у меня, короче, закончились призы, они в этом рюкзаке. Я сейчас исчезну из кадра, ты все это время маши вот так вот. Маши, маши, маши. Витаминки тебе подарим. Спасибо. Анузол. Анузол. Давай не улыбайся, хоть потом пригодится. Оно, кстати, пригодится. Вот я дам подсказку, оно всем нам пригодится. Подсказка. Геморрой, что ли? Правильно, молодец. Свечи от геморроя, молодец. Ты как-то связан с медициной? В редких случаях. Ты знакомый, есть врачи? Да, есть. Ну, когда есть знакомый врач? Или если он уролог? И тебе приходится ему звонить. Да. Ты был хоть раз у уролога? Да, был. Жестко? Да, одна процедура и жестокая. Но мне повезло с медсестрой. Тебе это девушка делала? Она мне заговорила, и это все так произошло, что я даже не понял. Она говорит, все. Кому стрёмнее прийти на прием? К урологу женщине или к урологу мужчине? Ну... Как будто перед женщиной ты будешь как будто стесняться, а перед мужчиной как будто странно, что он трогает тебя там. Мужчине было бы проще. Проще было? Да, он тебя больше понимает. Бобратски тебя потрогал. Да. Как думаешь, что происходит у людей в голове, которые говорят, я хочу быть урологом? Ну, это, видать, дано ему, и вот он пошел. Торкнуло так ему. Сказать, на ладошку, да, но... Руки, но в, они как руки бы... в тепле. Руки в тепле, за работу держатся в прямом смысле этого слова. Да. А гинекологам, как думаешь, прикольно или нет? Не ходил, не обращался, так что не знаю. Да, как думаешь, гинекологи едят вареники? Смотри, я сейчас пропадаю, ты должен махать рукой, пока я к тебе не вернусь.
Все, не устала у тебя рука? Нет. Держи, витамин на халяву. День рождения у тебя сегодня? Да. Как там обычно делают? С днем рождения! Парни, а у нее день рождения сегодня, поздравьте ее. Не, вы это не искренне сделали. Ну, такие типа как Джесс я не буду вас спрашивать. Вы знаете, что такое Джесс? Нет. Не знаете, что такое Джесс? Какой конфеты. Блин, я думал, все девчонки, на сколько вам лет? Мне 23, 18. Я думал, вы все знаете про это. Я просто подумала, что это снюс. Да, это в аптеке продается, кстати. У вас был половой контакт когда-нибудь с мужчиной? Ну да. Вот чтобы не забеременеть, короче, нужна контрацепция, таблетка. Так, электрическая зубная щетка была у тебя когда-нибудь? Нет. Вот, теперь есть. Заказать. Хочется что-то еще вас поспрашивать, блин, ну, конечно, такие прикольные. Натупите на камеру, сколько желудочков в сердце? Шесть. Два, правильно, молодец. Какой самый длинный орган в человеческом организме? Нервная система. Самый длинный, в смысле, и самый. У вас же есть парни? Господи. Там внизу у них? Самый длинный орган. Не такой, по-любому, у вас там, у парней ваших. Такой. Ну, что шелушится? Кожа считается. Кожа считается орган, да. Самый длинный орган. Сколько зубов мудрости у глупого человека? Ноль. Знаково. Да. Ноль. Но ей можно, у нее день рождения, она может тупить. За сколько минут должна приехать скорая помощь? Три либо семь. Да, ты в России живешь. 3-7 минут, когда так скоро приезжаешь. 10 минут. Вообще 15. Вообще 20 минут. Они приезжают за час. Гинеколог лечит женщин, а кого лечит уролог? Мужчин. Уролог — это мужская. Вот, охренеть, я сам узнала. Уролог лечит и мужчин, и женщин тоже. Давайте поздравим всех подписчиков с днем рождения. Меня. Когда... Нет, их поздравим. С днем рождения. Да, как тебя зовут? Мы не знали. Оксана. Оксана, все, твое имя неинтересно, потому что это день рождения. Хорошо. И то, что не было запланировано изначально, мы возьмем и проверим еще и фармацевтов. Они-то вообще знают медицинские препараты, которые продают по названиям или нет? Погнали. Лекарство дай в обед. Препарат от псориаза, ну, почему-то в обед, ну, жалко, что не утром, а не вечером нужно дать. Не орал. Это препарат, который подавляет иммунную систему, чаще всего используется при красной волчанке, которая была у нас в Докторе Хаусе. Блин, вы говорите больше, чем у меня в правильных ответах. Чайное дерево. Может быть, масло чайного дерева? Ну, да, наверное, я просто так задаю хитрый вопрос, чтобы люди не понимали. Масло чайного дерева. Антисептическим используется свойствами, плюс... Ага, поймали мы вас. Ага. Пять с минусом. Апидра. Чего? Апидра. Это точно русское наименование? Бензилбензоат. От чесотки. Так, ну ладно, с лекарствами слишком легко. Посложнее вопросы будут. Что делать, если мне нужно купить целый список лекарств в одном месте? Приходить в Здравсити на Маточкина 2А. Тогда другой вопрос. Как не переплачивать в аптеке? Приходить в Здравсити на Маточкина 2А. Хорошо, а вот что мне делать, если у меня 8 детей? Приходить в Здравсити на Маточкина 2А. Может быть, какие-то акции у вас есть? Конечно, по промокоду Здравсити на Маточкина 2А при любой покупке у нас подарок. Последний вопрос. Где подробнее можно познакомиться с аптекой? Ссылка в описании. Не болейте. Пока.